Гости опять. Вчера, сегодня пришли, я их выгнала, они в подъезд залетели. Смотрите, насрали весь подъезд. Смотри. И как ты выходишь? Вот они. Оба. Смотрите, что. Что снова делать? Что вы к нам лезете? Идите давайте отсюда. Что вы с ними делать? А как его открывать? Ты умеешь? Надо. Да бонусовый. Все засрали. Ёпти-мопти, а? А я думаю, где они горгочат там? Господи. Давайте идите, идите. Все, молодцы, идите. Фу, блин, вот зараза. Закрой, чтобы они не залетели больше. Я окно там в туалете закрыла, они сюда решили. Александр мне помогает. Смотрите, сколько посуды. Я собралась ехать на почту. Ну, ладно, вот сегодня. Ну, днем, наверное, будет тепло. Так, чё, где там наши друзья? Засранцы. Всю машину засрали. Всем привет, поздороваюсь с вами. Так, а тут... Все за кадром. В общем, собралась ехать, как сказала, в магазин и на почту. Едем, в общем, сначала на почту, отправим все посылочки. Потом мне нужно будет еще какая-то другая почта. Михаэль или что-то. Короче, в общем, еще одна почта, другая, в общем, отделение другое. Нужно будет туда съездить, тоже отправить еще одну посылку. А, или я сначала, наверное, туда поеду, отправлю эту большую посылку, а потом на почту сразу вот так. И потом мне нужно будет заехать я не знаю, или в Lidl заехать, или в Globus, или в Aldi. В общем, куда-нибудь надо заехать. Продуктовый. И я же хотела в ДМ. В ДМ сегодня хочу обязательно попасть. Я вчера прокатилась на велосипеде. Я загорела. У меня лицо, я не знаю, ну, вы сейчас, наверное, не видите. То, что свет такой. Ну, а так я, конечно, загорела. У меня прям видно, что этот... коричневенькой стала, и руки у меня такие вчера красные были. Ну и от черт след остался. Вот так вот прокатилась на велосипеде, загорела. Ну, я этого, в принципе, и добивалась, потому что вчера даже, когда ехала, я рукава вот так себе подзакатила, чтобы у меня, ну, здесь следов не осталось от рукавов, наверное, правильно. Что-то, короче... Вот так вот. Ну и Ромка у меня, в общем, в садике, а все остальные дома. Саша сегодня в ночь идет. Он там на кухне вчера не доделал, приклеил. Надо было время выждать, чтобы она... Ну, не стал там прикручивать, а приклеил планку эту, которую я вам показывала. Ну и сегодня сейчас он, наверное, будет доделывать ее, вставлять на место, потому что, ну, присохло уже. Вчера все вымерил, отрезал, все сделал. Сегодня осталось только на место вставить. Я не знаю, сейчас вставит или нет. В общем, посмотрим, когда приеду. Что еще? Да все хорошо, в принципе. Сейчас вот нужно будет дома порядок навести, потому что... Как бы так чисто, да, дома. Но вот когда все пацаны вместе дома, начинается, один там обувь поставил, другой там что-то кинул, этого игрушки там валяются. И вот, знаете, по местам все раскидать нужно будет. И, наверное, сегодня или пропылесошу сама и полы помою, или робота пущу, не знаю еще. Еще не решила, в общем, посмотрю. И кушать нужно будет что-то готовить. Я вчера лапшу приготовила,
Так, подождите, я не туда поехала. Точно, я не туда поехала. Вот балда. Болтаю и заболталась с вами, и не туда поехала. Мне надо было же в ту сторону, точно. Ну ничего, сейчас я развернусь через глобус тут. Вон как раз зелененький горит. Все, успею сейчас. Лапшу варила вчера, и лапша зашла всем. Почти все съели, там осталось на одну тарелочку, на две, может. Нужно что-нибудь будет приготовить сегодня еще. Потому что, ну, всем не хватит. Вот так. Ой, слушайте, что еще хотела сказать? Вчера вечером сижу. Ну, отвечаю на ваши комментарии. А приходит только комментарий. По-моему, это к какому видео? По-моему, к тому видео, где мы на даче были. Наверное, тот, да, комментарий. И этот, видимо, какой-то новый человек, подписчик или подписчица. Ну, ник женский был. И пишет. Почему муж не рулит? Как же было? Почему муж не рулит? С утра выпил или что-то такое, или бухнул с утра, что-то такое, вот на таком вот каком-то. Я вам вставлю, я его, по-моему, ну, найду, в общем, этот комментарий, вставлю, если что, если найду. Я пишу, нет, с вечера. Ну, я так смеялась, я говорю, Саш, тут пишут, что ты с утра бухнувший. Ржал, говорит, не, напиши, что еще с вечера не отошел. Я так и написала, в общем, нет, еще с вечера. Классно пишет. Мы, елки-палки. Люди, вот вы по кому вот это судите? Вы по себе, по своим мужьям или по кому вот судите? Вот такие, когда приходят вот такие комментарии, у меня вот одно на уме, да, что человек, во-первых, он меня не знает, залетный какой-то, да? Кто меня знает, кто давно со мной, они знают прекрасно, что меня в машине укачивает, и я не могу на дальние расстояния ехать рядом с мужем в пассажирском сидении, что мне становится плохо от этого. Уже 150 раз об этом говорила, поэтому мой муж сидит сзади, так же, как моего ребенка укачивает очень сильно, поэтому он сидит впереди. А если он сидит там сзади, его тоже очень сильно укачивает. Это с детства, да, слабый вестибулярный аппарат или как это, ну, в общем, меня очень сильно укачивает. Из-за этого я за рулем. Когда я за рулем, я концентрируюсь, видимо, или как, меня вообще не укачивает. Если я еду в автобусе, меня тоже укачивает, очень сильно укачивает. Поезда нет, самолеты тоже нет. Ну, вот именно что автобусы, машина меня укачивает. Я не знаю, вот, ну, когда вот такое пишет, я, например, никогда в жизни не додумалась написать, что вот у тебя муж бухнувший там, или с утра бухнул, что ты за рулем едешь, или как, вот, ну, я не знаю, ну, или видно по моему мужу, что он пьяный какой-то, или когда-то он там засвечивался перед вами, что он пьяный был. Да нет, у меня муж может выпить, да, но он выпьет в праздники там какие-то, да, или пиво там выпить с мужиками. У нас нет такого, что мы дома просто так можем, например, как многие, хотя нет в этом ничего зазорного, выпить, например, вина там открыть вечером или еще что-то там, пиво попить. У нас такого в семье нет, у нас алкоголь там вон годами стоит. Мама вот раз пять уже к нам приезжала, у нас тот же самый алкоголь стоит. Так, ну ладно, поеду на почту. Я опять проехала эту посылку. В общем, может годами стоять, и его никто не пьет, так скажем. Ой, ну ладно. Или там пишут собутыльники какие-то там, тоже в комментариях. Мне вот это тоже поражает. Ну ладно, у каждого свое мировоззрение и как-то это. Я не знаю, ну смешно, да. Ну вот. Я никого не осуждаю, никого не этого, да, что у каждого свое там
расслабление там и всякое такое. Вот так вот. Такие вот комментарии приходят. Я Сашке говорю, он только поржал, говорит. Ну да, напиши, что, говорит, ты сейчас с вечера не отошел. Так что, девочки, мальчики, у меня муж ездит сзади, потому что я за рулем, меня за рулем не укачивается так. А если я сижу там, сзади, или здесь, ну, я могу проехаться с мужем, да. Ну, нет какого. Ну, недалеко, в общем. Ну, вот, например, мы в Италию ехали, да, мы с ним пополам ехали. Я себе одела эти браслеты от укачивания. Ну, таблетки можно было выпить, но таблетки можно выпить в том случае, когда ты, что ты знаешь точно, что ты за руль не сядешь. Эти таблетки можно пить только в том случае, если ты не сядешь за руль. С этими таблетками нельзя ехать за рулем. Вот так вот. Так что, вот так. Ну вот, все, приеду, потом подключусь к вам. Все, на почту съездила. Сейчас иду в ДМ. Быстренько в ДМ зайду, а потом в Алзе. Кстати, у нас в ДМ тоже есть эти сыворотка, вот эта вот, которую я вчера купила. Тоже та же цена. Это они разные тут стоят. Но я не знала. Я думала, что они только в Росмане есть. Которые я покупала, но сейчас стала на 40% дороже. Народу много, поэтому сильно не снимаю вам здесь. Сейчас посмотрим. Чего здесь только нет. Есть парфюм для волос. В общем, какие-то эти. Хочу попробовать вот этот, смотрите. Гладкий и... В общем, для гладких волос, чтобы они такие были. Я не знаю, как объяснить, короче. Возьму вот такую вот, попробую штучку. Кто пробовал, напишите, что хорошее, чтобы волосы такие пушистые не были, как бы это, знаете, гладкие, красивые были. И защиту какую-нибудь мне надо еще для волос, так как я постоянно фен или выпрямляю волосы. Нужно что-нибудь такое вот. Смотрите, какая-то для локонов есть лосьон, локоны делать. Такие, как кудряхи. Чего только нету. В общем. Так, здесь что? Здесь уже разделено подороже. Тут есть всякие эти средства. Тоже какой-то вот спрей. Не знаю, если кто что-то знает, чтобы волосы улучшали хорошо, то у меня же, знаете, эти, я сейчас пока не обесцвечиваю из-за того, что, в общем, они у меня стали ломаться сильно. Что-нибудь, какое-нибудь средство посоветуйте мне. Интересно, для груди продаются такие штуки, если открытое платье или что-то, вот, в общем, такие вот. Что-то новенькое по 14,95. Такие вот простые какие-то. Ну что, вышла я из ДМа. Покажу вам быстренько, что я купила. Носочки вот такие взяла. Потом вот такие носочки взяла. Фэри взяла. Кстати, как он, Пантин, по-моему, или как он... Какой-то в прошлый раз я брала, как он называется, подскажите мне. Мне не очень понравился, мне Фэри все-таки больше нравится. Взяла от загара, там, кстати, так разбирают, и я решила, что просто пускай у меня стоит на всякий случай. От загара такой и такой детский, и такой. Потом вот такую пилку взяла. Потом взяла вот себе вот такой спрей, я его уже много раз брала для волос после мытья. Потом вот такой взяла, попробую, первый раз взяла. Дезодорант вот такой, тоже первый раз беру. Обычно простую Рексону брала, черная и белая, эту первый раз взяла. Попробую. Потом зубная паста. Серум вот этот
который я брала до этого, все-таки я его взяла еще раз. Мне он очень удобен. Но сыворотка, та, которую я взяла, я скажу, я пока ей довольна. Просто мне хочется, как он в виде кремушка немножко такой, знаете, мне нравится. Краску свою, как всегда, взяла. Палочки для ушей. Салфетки вот такие. Потом вот такие салфеточки в стирку, которые от линьки всякой. Потом вот такие первый раз взяла дезодоранты мальчикам разные. Очень вкусно пахнут. 2 с копейками стоят. Посмотрим, как они. Не знаю. Первый раз взяла кисточку себе взяла для моей... В общем, как он называется-то? Размазывать, растушевывать. Ну, тональный крем, в общем. Вот такой взяла. У меня кончился этот. Иногда пользуюсь, редко. Потом взяла 2 вот такие вот от тренда разные губные эти блески. Как блестят прикольно. Вот этот взяла в садик, если что ему. Или так в сумку куда-нибудь закинуть. Потом, ну, заколочки. И взяла вот такой вот. Вот такой вот. Может, на ноги себе сделают по педикюр. Посмотрим, может, на руки. Все. За все я заплатила 87,05. Вот все за это вот. Все, теперь идем в Алту. Я закупилась, вышла. Вот она моя закупочка. Сейчас вам покажу, что купила. Купила огурчики. Они уже сейчас стоят 1,39. Вот эти огурчики, которые 1,19 на прошлой неделе стоили. 3 пачки взяла. Потом взяла вот такую штуку. 10 евро, по-моему, она стоила. Что-то такое. Сейчас скажу вам точно. По-моему, там стояло 9. Подождите, сейчас посмотрю. Да, вот 9,99 она стоит. Взяла. Буду сыну, хочу ноги попилить, потому что у него там на пальцах сильно. Буду фуслеги ему делать, обрабатывать ноги. Вот эта вот штучка в Дэйме, она стоит 2,29. Здесь я ее 1,99 купила для белого белья. Хорошо отбеливает. И в Экшене она тоже так же стоит. Потом Айран 79 центов был сегодня там. Вот он. Хотя в рекламе, по-моему, или я ошибаюсь, по-моему, 89 центов стоял. Ну, сейчас там стояла цена 79 центов. Потом Ойра 49 сегодня стоили вот эти чипсы Принглс, на удивление. Ну, они там, акция у них, видимо, какая-то накидана прям. Я детям взяла, так, уберу, потом как-нибудь дам. Потом взяла вот такую колбаску куриную, птичью, проще сказать, правильнее сказать. Вот это масло взяла, 3 штуки Ойра 49. Другое было по 2,99, поэтому взяла вот такое. Я думаю, вроде оно неплохое. А, помидоры вот такие взяла. Потом взяла вот такой вот хлебушек себе на завтрак. Потом себе на завтрак тоже вот эти лепешки протеиновые. 1,69 они стоят. 3 штуки взяла. Так, взяла здесь... Лук и 2 редисочки. Апельсины Филадельфия. По 79 центов были Милка шоколадки. Я взяла, так уберу куда-нибудь. Ну, потом, может, или кому-нибудь, или что-нибудь, в общем, пригодятся. Взяла вот такое вот пюре яблочное и хлебушек. Хлеб вот этот 4,29 стоит у них. Он от булочной идет такой. Дорогой, ну и вкусненький, вроде пацаны говорят. Все, вся моя закупочка обошлась на мне на 57 евро с копейками. Но у меня еще были бутылки, поэтому бутылки на 6,25 были у меня. Вот у меня 51,26 я заплатила. Все, все убираем, едем на почту, отвезем посылку. И потом уже можно, наверное, или Ромку забрать. Посмотрим, там уже видно будет. Забрала уже
Поставь, пожалуйста, на место, Роман. Забрала ребенка. Посмотри на меня. Грязненький опять щечка, смотрите, какая. Весь в песке. В общем, и посылку отправила, и Ромку забрала, и закупила, все сделала. Роману сегодня давали на десерт. Что в садике, расскажи ребятам. Что давали в садике? Ну, там нету воды, и так просто. Воды не было сегодня? Ну, а ты нашел все равно где-то грязь. Намочил все шорты, вон и футболку. Не, я не намочил. А что сделал? Облился? Ну, расскажи, что давали на десерт. Ну, арбуз. Мне пришел на голову вредный какой-то был. Вредный был какой-то? Налил на голову тебе? Да, это не видимо такое привидение. Мне, а потом я на песок вот так. Ого, видишь, как можно отмазаться. Потом я стал вредно вот так на песок сделал. Понятно. Ну ладно, все, выходные, да? Ну потом, а потом было день, а вот это время я вылетела в запах. Понятно. Папе сейчас нашему позвоним, чтобы он вышел, нам помог сумочки занести. Позвони, скажи, папа, выходи. Маме сумки надо помочь. Иди нажми там, скажи, пап, выходи, маме сумки надо помочь. Ой, все, две сумки у меня. Можешь маме поместить сумки? Молодец. Вот видишь, какой ты молодец. А, мы же еще твой рюкзачок из кофты не забыли взять. Он там лежит. Машину надо помыть, грязная, как не знаю что. Ой, ай-яй-яй-яй, еще и пыльца летит, это вообще... Папа наш выйдет и будем заносить. Кто там? Ты чё? Папа там? А, папа, видите? Знаешь, какой реактивный. Ой, сейчас мусорка будет заезжать. Давай быстрее, папа. Нет, вот это пока есть? Да. Чё, спал уже, да? А чё за шоколадки? Так это не сразу увидит шоколадки, а? Это мне надо в затарки. Я прячу от вас, когда приходит время каких-нибудь этих посиделок, тогда я достаю. Сразу увидела шоколад. Так, что у нас там? Все, идем домой. Ну что, готовлю обед. Сегодня у нас вот такое простое, быстрое блюдо. Сварила в мультиварке молочный рис. Рис и... говяжья тушеночка с Кауфланда, обжаренная с лучком и с чесночком. Вот сейчас сюда выложила рис. Все перемешаю, вот так немножечко обжарю. И будет у нас рис с тушенкой. Ну, пахнет обалденно. Я уже, если честно, кушать так хочу. Себе взвешаю, сколько мне можно этого. Подсчитаю. И сделала салатик вот такой вот. У нас еще есть фантомасик, хреновина, по-вашему, кобра или как ее назвать. С ней вот это все будет. Дело очень вкусненько. Все. Кто обедает, приятного аппетита.